Съехал. Всем привет! И мы решили снять серию видео чисто для себя. Назвать мы ее решили как там? Заметки путешествия. А, вот. Да. Мы будем выкладывать в плейлист. Сами видео будут закрыты, а плейлист будет открытый. Мы его так и назовем. Записки путешествий. В кавычках. Потому что кроме наших лесов мы нигде не путешествуем. Кому интересно, смотрите. Не знаю, что тебе все. Текста больше нет, как камера. Текста нет? Да. Как всегда, да? Да. Блин, я все привык. Ну ладно, иди вперед. А я за тобой буду идти снимать. Твоя школа, в которой ты учился. Ну что, рассказывай. Здравствуй. Ну давай, давай. Чего у тебя? Я не понимаю, что рассказывать. Че? Это уже кто? Маша. А, ну вот у тебя и Маша будет на память. Маша тоже приехала, слышь, за оценки. Это скорее всего. Расписаться. Хотя некоторые пришли, если ты, конечно, говорил с вами, они пришли на географию в неурочку. Географии еще не было, ага. Она там будет попозже. Ну, я уже все сдал? Нет, да, ждем последний экзамен. Да. На что сдал, расскажи. Очень тебе все рассказать надо. Конечно. Четыре, мы это, последнее, что я сдавал буквально вчера, еще неизвестно, его только 25-го будет известно. Математика, ну, 3, уже поделать, 2 балла буквально не хватило. Биология, русский, 4. Молодец. Да. У меня по-русскому 3 было всегда. У меня тоже были 3. Зачем? Ну, я имею в виду за экзамен. На 4 места. Все ясно. Ну, пойдем дальше. Да. Экскурсия. Да, экскурсия. Мы идем к краткому пути, который уходит на эту сторону через Боржево. Думаю, будто не видно. Ну, а тут особо ничего нет в этом промежутке, вот что мы только что проходили. Ну, пойдем. Только задний проход. Как-то прозвучало стрёмно, задний проход. Ну, а что, нас так уже угорали? Ну да, если угорали, то можно. Ну, пойдем посмотрим, раз ничего не знаешь. Тут ветрище дует, тут вообще жесть будет. Да, сказать не знаю. Ну да. Это 100-метровка с прыжками, кстати, вот. Ага. И поле игровое. И под футбол, и под этот. Баскетбол. Все ясно. Что там, вон, котельная, да, школьная? Да, похоже. А то мы так настройку... Отдельную котельную сделали. Настройку сюда и не залезали, ведь она охранялась, это, охранником. Нет, мы сделаем вставку про этого охранника. Стройка охраняется охранником с пистолетом, ё-моё. Это только в камешке вот такое может быть. Жесть, конечно. Не, ну прикольно тут, да? А у вас камеры, я так понял,
только в этой. Ну что, будешь скучать по зданию новой школы? Какой скучать? Я не говорил по школе, я говорил по зданию. Вряд ли. Вряд ли. Ну что? Громче говори. Здание совсем новое. Не, ну прикольно, я вот тут потусил. Жалко, у нас тут знакомых никого нету. А? Да и пофигу. Туда не выходили. Не выходили? Вообще даже. А почему? На этот, на 100 метров. Отсюда разочек. Тебя плохо слышно будет, ветер дует. Так понятно. Вон туда выходили. Куда? Туда? Да, там после вот этой игры. Все ясно. Ну что, пойдем? А то он этой, как бы ее назвать, культурно, балкон тут больно часто в кадре мелькает. Здесь раньше было поле, как я говорил, а теперь это все отделывается. И вон техника, но оно заросшее поле все. Сначала поле, потом выросла березовая роща, затем снизу вон береза посыпали. Ну да. Теперь тут делают уже поле под пашню. Короче, будет ветер, будет жесть. Будем титры накладывать. В общем, я решил пойти босиком. Че, прикольно. Опа. Ты говоришь, куда-куда. Это же одни, считай, следы. Вот так, раз, и все. Тапок-то как таковых нету. Угу. Саня, даже ветер стих. Ну, почти. Ну все, пойдем. Только, блин, мы разулся я и начали тачки гнать. А мне по щебени ходи, вот по такой мелкой. Ну ничего, прикольно. Я думал, асфальт все-таки горячее от солнца. А сегодня не особо. Шикарно, что никого. Прямо как по моему этому желанию, да. По заказу, правильно Серега сказал. Когда я этот заказ делал? Вчера. Вчера? Ну да. Говорю, уж надо, чтобы тут никого не было. Чтобы мы завтра утром. Да. И... Ну, хоть кто-то туда есть, или по машине, на этих... Ну, может, они и... там... Либо... И... Ладно, мы предположим, что они рыбу ловят. Где-нибудь. Ну, хотя, все, скорее, вон они там за столами. Возможно. Чё-чё, купаться, чё? Да, не купаться. Ты будешь? Наверное. Ну, все, раз никого нет, давай купаться. Да. Кого ждать-то? Включи. Вот здесь. Ветер какой сегодня. Да. Так. Флаг, так сказать. Не, не флаг, а как на этих. Все, ветра нет. На камеру включили, ветра нет. Да, камеру включили, ветер пропал. Товарищ, который тут летал и сидел. Да, он летел. Ну а что, не так что? Реально. А, все. В общем, мы убедились, что это машина с рыбаками все-таки. Рыбаки вон там где-то на лодке, они, но их видно не будет. Да. А буду. А молнии будут? Тор, пошли нам знак. Дай молнию. Стоило только поприкалываться насчет Тора, не поверите. Проехала фура, у которой на морде написано «Викинг Пауэр». Да уж, я не знаю, как это все будет выглядеть белым днем. Белым днем это будет выглядеть. С проектора туда, да?
Контент подъехал. Безделушка. Ни о чем так. Как у тебя впечатление? Ну, естественно, ни о чем бы то. Ни о чем? Да. Да и вот и у меня. Короткометражку можно и на ютубе, образно говоря, посмотреть. Это а не сидеть тут. Стоп, я опять рукой задел. Короткометражку, говорю, можно и на ютубе посмотреть. А тут ты сидишь, ее, во-первых, хрен плохо видно. Так еще и тебя мошки всякие жрут. Это точно. Я сделаю успехом, реально может быть. Идем. Че, пойдем, дойдем. Ну, пойдем, дойдем. Знакомых повстречать. Да. Что такое? Шляпа, короче. Да. Не, ну, в теории для... Его видно плохо, это раз. А, ну показывает. Да, но его плохо видно, слишком светло. Так еще это будет чисто марафон короткометражек. Не, кинцо можно посмотреть, но не в таких условиях. Да. Карты внимания не обращают. Да, но вот пивас это прям все. Не, я просто проглядел, что они до пиваса докопались. Я тоже проглядел. Я сначала не понял. Чего? Да ничего.